дім у нас улыбчивый, доброжелательный, вежливый, тихий, спокойный мальчик. Хочу сказать о том, что он очень любит читать. У Димы много друзей и в группе, и в школе. Как бы он у нас ростом не очень большой, поэтому его как-то все ребята берут под свою защиту. Хотелось бы, конечно, чтобы он попал в семью, где была и материнская забота, и царил уют домашнего очага. Тучи солнца заслоня, паутинком серебристым. Жить осталось 2-3 дня. Жалься, осень, дай нам света, защити от тени тьмы. Пожалей нас, бабе лето, паутинкой эти мы. Всех, кому не безразлична судьба Димы, просим обращаться в Департамент образования, молодежной политики и спорта по адресу площадь Ленина, дом 1 или по телефону 47-54-06. Вы можете стать для него приемными родителями, оформить опеку или усыновить.